Привет, мужики! Здорово! Перед началом видео хотим вам посоветовать канал «Готовим вкусно». Специально для вас, как быстро, дешево и легко приготовить вкусный обед, ужин, завтрак. Заходим, подписываемся. Бюрократия уже вот где сидит. Предлагаем дать ей отпор. А? Долой бюрократию! Социальные блага в один визит! Отмена справок для взятия справок! Долой бюрократию! Долой бюрократов! Ты что орешь? Так это... бюрократия! А что с ней не так-то? Ну как, сколько ее стало-то? Сколько? 3, 5, 7, 12, сколько? Какие 7? Вот не знаешь, сначала разберись, а потом ходи тут ори. Что? По местам все работать. Консультация граждан, а не их унижение. Хороший график работы, а не в среду с 2 до 3. Долой бюрократов и этот бюрократии! Да что ты шумишь опять? Что случилось? Да, нет, мне пришел справку по нормальному, прошу, она меня ненавидит. Ну с чего ты взял? Ну почему ты решил, что она тебя ненавидит? Она всех ненавидит. У нас ко всем одинаковые отношения. Ну да, что? Ну что я ей сделал? В том-то и дело, что ничего не сделал, а ходишь здесь и просишь. Вот иди подумай сначала, приходи здесь и ори. Иди по рабочим местам. Отмена сроков годности у справок! Долой бюрократов! Сократить штат бюрократов вдвое! Вот это правильно! Вот это я с тобой согласен полностью! Слушай, это же как мы можем зажить-то, а? Вот это вот все свое на бумаге в 3 экземплярах завтра мне на стол! Все! Молодец! Ну вот! Отличная государственная программа! Я даже читать не буду! Полностью с ней согласен! Сейчас все это дело в мэрию, там заверишь и все! В добрый путь! Вот сколько букв, а! Ну неужели наконец-то наш город первым станет нормальный, с нормальной социальной программой, а? Ну ты молодец, конечно, золотой ты мой человек. Беги все это, заверяй у нотариуса и все, в путь! Долой бюрократию! Хватит кормить канцелярских крыс! Да что тебе еще надо-то, а? Я не успокоюсь! Я это так не оставлю, пока меня не заметят! Да тебя уже заметили. Он уже наряд ментов уже 2 часа их держу. Что им надо-то от меня? Это закон соблюдал! Хочешь с бумажками орать ходить? Согласуй свой митинг в мэрии, а потом приходи и ори тут! Так я и согласую! Я это так не оставлю, я с вами разберусь! Разберись! Ха-ха-ха! Согласовать он решил! Хер справки соберешь! Сидорова, блядь, Иванова, вы уволены! Ротозейки, ну все, понравилось видео, ставь лайк, не забывай комментировать. И переходите в наши социальные сети, там тоже очень много всего интересного. Пишите в комментариях, где вы сталкивались с бюрократией и насколько сильно она вас задолбала. И кстати, привет Марии Семенихиной от Ваньки. Ну все, мужики, пока! Пока.